В общем, если по нюансам Мотина коротко, тезисно, по ударным пробежать. Во-первых, это акцент больше на технику исполнения. Сила есть, достаточно мощная, вот, но она чревата тому, что нагрузка будет идти на связки, поэтому добавить при каждом ударе бедро чуточку вверх, примерно на 45 градусов при каждом ударе, и тем самым снизить нагрузку на колено. 132 километра в час, ребят, на секундочку. Нормально, мне нравится.